обнаружены новые отпечатки пальцев. Чего? Повышаю громкость на треть. Обнаружены новые отпечатки пальцев. Что? Это еще что за херня? Обрабатываю запрос. Технические характеристики. Прототип умного пистолета со встроенным искусственным интеллектом. Имя Скиппи. Скиппи. Серьезно? Повышаю громкость на 66%. Имя! Я не глухая. Принято. Слух в норме. Возможная проблема – низкий уровень интеллекта. Скорость речи понижена на треть. Меня зовут Скиппи. Нет, я в смысле... Ой, ладно, проехали. Парень в мусорке. Твой владелец? Проверка памяти. Доступные ресурсы – 100%. Все файлы удалены вручную. Возможная причина – кража. Исходный владелец. Данные отсутствуют. Предлагаемое решение отсутствует. У меня оно есть. Я тебя заберу. Обработка запроса. Возражений нет. Имя можно поменять? Нет. Почему? Вообще-то я твоя хозяйка. Повышаю громкость на 300%. Нет! Для выполнения этого действия необходимы права администратора. Этих прав у вас нет. У тебя все нормально работает? Запускаю диагностику системы. Проверка займет около 47 секунд. Пам-пам-пи-дам. Что ты делаешь? Скрашиваю ваши ожидания приятной мелодией. Пум-пум-пи-дум, пум-пум-пи-дум, пум. Проверка успешно завершена. Программа Скиппи Альфа версия 0.01 работает исправно. Ладно. А что ты умеешь, кроме как по ушам ездить? Основная функция – автоматическое наведение. В случае угрозы пользователю – автоматическая стрельба. Выберите один из двух режимов работы. Режим первый – пацифизм и щеночки. Огонь ведется по нижним конечностям противника. Режим второй – хладнокровный убийца. Огонь ведется исключительно в голову. Хладнокровный убийца. Это по мне. Применяю настройки. Пам-пам-пи-дам, пам-пам-пи-дам, пам. Поздравляю. Выбран режим «Хладнокровный убийца». Приятной резни. Да. Чем могу помочь? Ты
покой. Может, съебешь уже, а? Я буду скучать, папочка. Я уже скучаю. Что нового? Может, скидки или спецпредложения? По обстоятельствам. Хотите кого-то кремировать или для себя, спрашиваете? Для себя мне пока рановато. Всегда лучше позаботиться заранее. Есть уникальное предложение кремации спасения души со скидкой 50%. Да ну, что-то как-то даже слишком щедро. И тем не менее, все подробности вы найдете в нашей рекламной брошюре. Я родственница Грейра. Хочу увидеть его. Боюсь, это невозможно. Морг открыт только для сотрудников. Я смотрю, кто-то нарывается. Да, чем могу помочь? Хватит, блядь, за мной ходить! Такого хера тебе надо, а? Я не в дурмаке! Хватит жвачки! Сообщение пользователю. Спасибо, чумка.
Ой, паскуда. Я чупакабра! Причина выстрела? Неизвестно. Любопытный факт. Большинство убийств совершается мужчинами. А вы, девочки, умные.
Ну, это хорошо.